Сегодня мы принимаем главный финансовый документ страны. Тот документ, по которому мы будем жить теперь уже даже не один год, а на перспективу 3 года. Но наша фракция не будет голосовать за этот законопроект. Почему? Потому что правительство, к большому нашему сожалению, не прислушалось к тем доводам разума, которые мы озвучивали, чтобы пополнить наш бюджет. Потому что сегодня бюджет просто страшный и антисоциальный. Хотя риторика у правительства другая. Почему я так говорю? Потому что доходы уменьшаются, расходы растут, 3 триллиона дефицит федерального бюджета, 2,3 триллиона долг субъектов Российской Федерации, внутренний государственный долг. То есть вот с такими показателями о какой-то модернизации, о росте экономики, о защите социальной сферы говорить не приходится. Поэтому за этот бюджет голосовать просто нельзя, ибо есть другие методы его формирования, и те законы, которые мы приняли накануне этого бюджета, то есть правовую основу будущего бюджета, конечно, эти законы сегодня в полной мере добивают наши регионы, не дают развиваться нашей экономике, уничтожают потребительский спрос и еще больше опускают монетизацию нашей экономики. Нельзя голосовать за этот бюджет.